Меня зовут Петр Дембский. Я являюсь авторизованным укладчиком компании «Барлинек», крупнейшего производителя деревянных напольных покрытий в Польше и одного из крупнейших в мире. Деревянный пол — это изделие на долгие годы. Однако для этого необходим его правильный монтаж и надлежащий уход, а также правильная установка плинтуса. Компания «Барлинек» предлагает очень широкий ассортимент плинтусов, как по породам древесины, так и по их размерам и формам. Я покажу вам, как правильно устанавливать плинтусы. Для укладки плинтусов понадобится дрель, стусло или торцевая пила, рулетка, карандаш, крестообразная отвертка. Плинтусы «Барлинек» крепятся к стене при помощи крепежных клипсов. Вначале отмечаем места крепления клипсов. Помним, что первый клипс мы крепим на расстоянии 10 см от угла стены, следующий — на расстоянии не более 50 см. Очередные клипсы крепим к стене через каждые 50 см. После разметки мест крепления сверлим отверстия в стене, в которых крепим клипсы. Монтаж плинтусов начинаем от внутреннего угла комнаты. Плинтус обрезаем под углом 45 градусов. В случае, если у вас нет электрической пилы, вы можете использовать торцовочную пилу и ножовку по дереву. Клипс вставляется в выфрезерованные пазы с тыльной стороны плинтуса, образуя жесткое соединение. Те же действия выполняем для внешних углов. Чтобы закрыть стыки плинтусов, зашпаклевываем их. Правильно обрезав плинтусы, мы покажем, как эстетично выполнить их соединение с дверной коробкой. Плинтус обрезаем под углом 45 градусов. От обрезанной части плинтуса отрезаем треугольник. Треугольник приклеиваем к плинтусу и крепим к стене. Необходимо помнить, что плинтусы крепятся только к стене. После установки плинтусов наш пол готов к эксплуатации. Приглашаю вас посмотреть наши видеоинструкции по укладке и уходу за натуральными деревянными полами «Барлинек».